В крупнейшем городе страны готовят к запуску систему платных парковок «Алматы-паркинг». В одном из районов уже появились новые таблички. Привычные желтые знаки сменились зелеными. На них, как и раньше, указаны номер зоны, время и способ оплаты. Первые точки «Алматы-паркинга» заработают в конце месяца, а пока автовладельцы могут на вполне законных основаниях не платить за стоянку. Правда, не везде. Что изменится в жизни алматинских автомобилистов, расскажет корреспондент КТК Денис Бракин. Алматинские автомобилисты в замешательстве. В центре города стали исчезать таблички платежной системы «А-паркинг». Вместо них появляются другие, но пока они обклеены черным полиэтиленом. Что под ним скрывается и как изменения скажутся на привычном движении, горожане теряются в догадках. Чиновники рассказали, в городе скоро заработает «Алматы-паркинг». Это новый единый оператор платных стоянок. Он пришел на смену «А-паркингу» после того, как парковки вернули в собственность горакимата. Создали «Алматы-паркинг» еще в декабре, но запустить не могли из-за бюрократических проволочек. Сейчас главная часть работы позади. Осталось заменить знаки и активировать программное обеспечение. Мы закончили процедуру оформления земельных участков под парковочное пространство в городе Алматы тротуарного типа. Также мы на сегодняшний день начали процедуру замены информационных знаков в Медеовском районе. Запускать «Алматы-паркинг» будут поэтапно, то есть отдельно по каждому району. Начнут с Медеуского. Здесь пользоваться новой системой автомобилисты смогут уже в конце июля, а в остальных местах – в сентябре. Стоимость, по словам специалистов, останется прежней – 100 тенге в час. Измениться она может только, когда введут дифференцированные тарифы. Тогда парковать машины ближе к центру города станет дороже, чем на окраине. Все средства, которые будут собраны за парковку коммунальным государственным предприятием «Алматы-паркинг», будут направляться в бюджет. В дальнейшем данные средства будут распределяться по городской программе «Бюджет народного участия» на благоустройство города. Это благоустройство, в первую очередь, дворов. Благоустройство наших домов. Да, там, в смысле, там подъезды, лампочки, камеры, спортивные площадки, где-то что-то отремонтировать. Заплатить за стоянку можно будет с помощью QR-кода на сайте almatyparking.kz и через мобильное приложение «Парковки Алматы». Скачать его сейчас можно в Play Market. Разработчики обещают договориться в следующем месяце и с App Store. Отмечу, что пока оплата парковок доступна только в одном банке. Специалисты заявляют, с 11 августа у автовладельцев также появится возможность оплачивать парковку по СМС через терминалы Киви и Касса-24. Контролировать добросовестность автомобилистов будут привычным способом – на машинах с фото-видеофиксацией. На участках, где новых знаков еще нет, платить временно не нужно. Штрафы выписывать не станут. А на вопрос, интересующий многих алматинцев, чиновники отвечают. Когда систему «Алматы-паркинг» запустят полностью, на счет этого оператора переведут все средства, собранные «А-паркингом». В частности, и те, которые пополняют его активы сейчас. Денис Брагин, Мейрлан Азимбай и Дидар Елеу, КТК «Алматы-паркинг».